19 ноября отмечают Международный мужской день. Это праздник сильных, смелых и галантных. И хотя в России мужчин поздравляют 23 февраля, праздник, противоположный Международному женскому дню, существует с 1999 года. Вы знали, что сегодня Международный день мужчин? Если честно, нет, не знал. Вы напомнили мне об этом. Нет, к сожалению, не знала. Я знала о 23 февраля, в котором мы празднуем всех мужчин. Это в день образования Красной Армии. Вы знали, что сегодня отмечают Международный день мужчин? Да, слышал. Мужчины – наши защитники, опора для любой семьи. Честь, отвага, ответственность – это качество сильного пола. Поздравляю всех мужчин, жителей станицы Северской, с этим, как говорится, международным мужским праздником. Желаю удачи, не болеть. И самое главное – беречь себя. А остальное – все в этой жизни, как говорится, наживется. Хочется поздравить их и сказать, чтобы они оставались и становились бы сильными опорой для нас, женщин. Потому что без мужчин женщина была бы скучна на земле. Мужчины, поздравляю вас с праздником!